Добрый день, сегодня 7 марта 2016 года. Мы первый раз вышли с козами в полном составе. То есть взяли уже и маленьких козлят вместе с овцами, все вместе. Обычно этот первый раз не очень легкий, потому что козлята не знают, куда идти, но при этом его все равно нужно делать. Вот так выглядит то, как мы сейчас пасемся. Уже начинает показываться зеленая травка, козы также едят веточки деревьев, кустов, и так медленно на протяжении 1,5-2 часов мы идем в одну сторону леса, налево, и потом таким же образом обратно. Первые пару недель будет, даже не пару недель, недели будет сложно, потому что маленькие козлята, вот видите, они по центру сейчас скупчились и боятся куда-то идти, не разбираются, они привыкли быть сами по себе вместе, а нужно будет им привыкнуть к общему стаду. Ну, это обычно, я же говорю, долго не занимают, где-то неделю. Обычно пасет моя мама, потом уже попозже, когда перейдем на двухдневные, 2 раза в день будем пасти, тогда...